непростая ситуация. Команда надумали как-то. Экшен, экшен, океан. Надо обязательно. Ты будешь в сборной или в клубе? Ну, мы с ним уже решили. Да, решили, будет тут. Ну, у нас есть я и Виталий тут оба, понимаете? Мы здесь играем. Он сыграет за клуб, а на вторую, если успеет, то сыграет. Нет, не понимаю. А там у него еще украинцы есть, кажется, не? Да, он предлагает еще форварда. Сегодня посмотрим, сегодня Ингрей шанс попробовать зацепиться, если не пройдет. Ты говоришь, да, на шанс? Ну, он кинг пускай играет, забивает. Какой кинг? Я думал, ты мне дашь шанс. Что у нас с форвардом? Высокий? Да. Лилипут. Так, иди кушай. Ладно, Павел, ты же поел? Да, как же ты. Я тебя в скайпе напишу. Поел, если жрать захотелось. И кофе выпил. Кофе только выпил. Все, не отвлекай, пускай играет. Не отвлекай меня. Кофе. Возвращает мяч партнеру. Здорово. Выбрал позицию. Ушла. Передачу совершил, перехват. Обратная передача. Ой, прям вырвалась ту зону. Лево Томас. Должен успеть. Будет простреливать верхом, низом, пока не знаю. Не этот фильм делал, да? Перехват, награда за его старания. Куэнтес. По какого цвета? Отобрали мяч соперника, теперь можно начинать свою атаку. Ибрагимович. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Тут только главное не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. Охотно. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Можно было сыграть и поточнее, наверное. Двигаемся, не спим. Тут можно сказать, что и на коротке. Ну как у ребенка конфету забрали, а атака-то продолжится. Центр поближе к ним. Некому отдать. Да. Блять, я подбил. Он в тачку ударил. Да вроде сначала меня прикинул, а потом уже. Давай. Так мяч подкрепляет. Трансляцию никто не может включить. Его гадли. Кого помощнее ком, то он. Правый фланг говорит. Вот вещь. И вот он свисток Алексея Барановского. Свисток настолько решительный, что я подозреваю, что это еще может быть карточка. И это желтая карточка. Оно посветлело. Игры в мяч там близко. Но тут у рефери не было никакого выбора, никто бы не понял, если бы он... Артикоушен также со нижним слэшем? Хорошо. Хорошее видение и понимание игры демонстрировали. Вообще не туда дают. Да, есть, спасибо. И вот этот парень, по-моему, сранцы. Корки. А, нет, вот это мало флани. Ой, хорошо. Это еще в игре. Тоже, между
хороший вариант. Кто там пишет СКА? Продолжение или наоборот, продолжение атаки, аут. Чем хуже? Перехват. Нормально, нормально. Ибрагимович. И есть у него поддержка. Жесть, есть. Ибрагимович. И сам. Отбивает мяч. Вратарь, но атака не завершена. Ловит голкипер мяч. Челси. Поле не хватило. Краткая пауза в атаке. Будет угловой удар. Что, по нашему или не так? Да нет, давай туда, не второго. А там еще. Вот и мнение современного футбола. Не давать бить или блокировать удары, как получится. Из-за боковой поглядим. На духовке. Сильно, ну, штрафной. Ой. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Давай, давай. План. Пятый. Мяч отобран в середине поля. Соперник теряет мяч в середине. Да. Левый фланг открываем. Счет не открыт. 0-0. Ничья после первого тайма, в общем-то, такое ощущение, что обе команды это устраивают. Да, как-то так спокойненько они играли, как будто... Возможно, в перерыве трансляцию Артлик, потому что она вообще офлайн просто. Микрофон активирован. Хреново, знаешь.